Да, я пока сегодня парился в сауне, нам нужно отдавать телефоны. И я, когда вернулся в шкафчик, посмотрел на свой телефон, у меня сегодня столько всяких новостей. Оказывается, сегодня рабочий день в Киеве, и все происходит, в общем, очень интересно. В общем, мы номинированы, да, я номинирован на звание самого красивого по версии Viva, собственно говоря, и мы номинированы на финалистов или полуфиналистов Евровидения. Как-то это так звучит, я вот не очень помню. Ну, в общем, короче, мы там в списках где-то. Это значит то, что мы будем рвать всех на куски и петь песню. Какая песня? Песня называется «Time». Мы ее написали специально для Евровидения. Ну, как специально, у нас были заготовки, мы просто адаптировали их для Евровидения. Вот, она на английском языке, первая наша англоязычная песня. Продюсер Кирилл Матишенко и еще один человек из Белоруссии занимался звуком, ну, я надеюсь, все получится. Это один из пунктов моей работы, к сожалению, принимать участие в массовых мероприятиях для того, чтобы популяризировать творчество. Есть какие-то правила бизнеса, по которым приходится играть. Если говорить о Евровидении, то в прошлом году, когда нас приглашали и мы не пошли, я кусал локти, потому что были прекрасные исполнители Sun, Purpur, Brilliant Shoot Blunt, Jamala, вот, и мы могли бы быть тоже, знаешь, в числе прекрасных исполнителей. И, в общем, мы в прошлом году как-то так... Ну, теперь другие исполнители скажут, что они в числе прекрасных исполнителей. Это будет прекрасно. Там очень, очень на самом деле, тоже... Там Пани Валькова, кто еще, за кого я буду болеть? За Vivienne Moore буду болеть, за The Touch. Там, на самом деле, достаточно групп, за которые стоит болеть.